С гада нахуй, рекаунт еще. И вуду. ДТФ, че уебили. Рыбка в центре стоит, помню, рыбка в центре. Почему? Пратый мус. А, CD Plates, вот этот. И версия R5-13-3. Хорошая. Не, вы охуенно подошел к какому-нибудь деду, просто спиздил у него профиль и сидишь играешь. С топлайном заберешь, которая блюет, а я поканчиваю. Шембара миру, да. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Если QSQ доживет до этого, до целка, я ему собрал. А он доживет. Ну если так, хорошо. Макс да, человек да. Такой, что он доживет до всего. Хороший воин. По фурике с шемчиком так был ходить. Я тебя тоже задушил. Я так убил. Бля, ты заебал, забил душить. Так, опа, минус ЕПшечка подлетела, сдох в огне. И похуй тоже АФК, да. А потом еще за АФК сатыгу нахуй, а? Давай РЧ пока пока не примет, по сотке, да. Ой, вас ебись. Ты бы сразу скинул, чтобы забыть. Арислин этот вот, ёбни мне попчу. Дай ему диван. Фидум сразу. А, заменяет подкоры перед, вторая перед, и всё. Вторая перед, бля, ты видел чистоту таски? Все суплазину разбираю вот эту. Что-то я огонь не чувствую, стоял в огне. Волнец. Он не стакается, бабочки. Видно, он даже не дамажен. Забираю вот эти. Встаньте, РДД, блять, меня лужи. Тебе две типа, кстати, снимут, знал? Да, сотка за слаг и сотка за фиг. Ну, господи, заебись. Четвёрёно, блядь, маловато как-то дают. А чё у него багира вообще? Ну, 244, в принципе. Ну, он-то шмотки примерно 2 месяца не лутал. Как же плохо играть снова просто. Кнопки не нажимают. Старые пальцы уже не... Меликов разморозь, пожалуйста. Яша, поясним за шмот вообще. Там весь шмот у него этот, Хисера собирает. Лужу водить. У Яши твинк уже лучше одет, но... Подойди, кто бегает. А еще у него этот твинки по 6000 по выбор. А он знает, что у нас 2 КД подряд смолчит аккурпан. Я думаю, Яше надо гайд на форме сделать, по лутанию шмогу. Так Яша уже по этому поводу возмущался и горел, блядь. А ему 2 дагера. Почему мне 2 дагеры, блять, а им нахуй, блядь, 2 топора? Спать вагоном, милишник. Пойдет? Можно ханту ЕП снять, как он вообще это полутал? Он что, бездарь? Это не дохли, блядь, вагоны нахуй. Один горящий. Чё, ой, блядь, дай сейф, нахуй. Синсонга подхилились. О, я шо бернул. А кого ты меня бернул? Не в этим, блядь. Там тауры. Друидус, если... не надо, хелсайдер есть? Я хелсайдер. Так, есть у нас билд? Реслин есть? Ну там Реслин вроде есть. Не знаю, есть ли он там. Встаньте, подъебало. Я топ-1! Скриньте! Ебать ты жесткий нахуй! Впервые в жизни! Блять, блять! Всё нахуй! Печеньку нельзя забрал, да? Так там не только печеньки, там ещё нонсет. Такой как сильный. Же похуй. Ну нам на самом деле ни разу плечи даже не падали сарана, блять. Это пиздец. Какая жизнь. Я каждый килл рана просто стежу и плачу. Я каждый килл полночи. Ты один раз все? Да, я просто уже от безысходности взял эти перчины. Как же классно ходить в кару и не видеть шмот на ДД. Дикий жопок. Какой у тебя там левел танк? У меня? 247. А фурик?
Здесь 44. Кто не отбежит, блох. Видели парни, блядь? Ну, видели, видели? Это нага еле-еле успела, блядь. Видели, блядь, да я вообще-то тормознул еще такой, типа, блядь, давай нахуй, давай, давай, давай. Да-да-да, смотрите, оправдывается пацан, слышите? Видите, блядь, что оправдывается? Сейчас Сингсонга в помойку выкинул. Я понимаю, чтоб я, блядь, ну, проебался. Типа, Синг в помойке, сюда. Сфер отказывайте, остальное. А, и плащ отказывайте, боешь. Сюда, Настя, занись плащ. Сюда, блядь. Почему я магнит? Смотри, сколько шума. Резните пацанов быстренько, давайте, рез пацанов, давайте, напиваться за пацанов. Сферы отказываемся? Резните тогда, да, пожалуйста, и... Волгу резните, боем. Там встань. Трипа, быстренько встань, быстренько. Фиеста, а чё у тебя ХБ так мало дамажит? О? ХБ критует так мало. Я хуй его знаю. 28 может, тысяч, ты по... Может ты под этими, блять. Ну как его нахуй? Ну по тринкетам там критует. У меня бывает не критует, типа. Ты, а по магику посмотри. Тысячи, ебать, ёпт, это нормально. Да он вообще-то в сарказме нам вообще. 30 тысяч, а. 31 косарь был максимально. То стоит? Максимально 38 тысяч. Еба. Возьми. Мне то, что не критует. А у Сингсонга максимальный... Вижу. Не без бафов сейчас был, но если про. Если про это. Про рёв. Не повезло. Да я там другой смотрел. Пятьдесят шесть. На этом пуле. На груле посмотри. Там лучше всего будет. Ну, примерно отображается. Сколько у тебя хаус был открыт, ну, что у меня. Я там и смотрел вообще. Ну, сколько у тебя на груле кто-то? 32. Ну, хуй его знает, почему у тебя больше. Хуй крит. Да, ну ты, наверное, с духами. Потому что у него никнейм пацанок. От ника же зависит. На сколько? Брата, свечи? Вон слева стоят. Каждый раз, когда трясется земля, на двор там выходит только одна девушка. Нет, каждый раз, когда трясется земля, это значит, кто-то на ветерке подлетел. Реально, кстати. Ну я, кстати, как-то зашел на стрим, иронии, смотрю, блядь, по КД нахуй в этих ветрах летает, ебать. В смысле по КД? Потом, ебать, у него, короче, этот... Ветерок, нахуй, что-то не залетает, подбежал в другой, нахуй, не успел, блядь. А, это я, кстати, забавил. Чело, прикол. Двоих убил. Я тоже заходил на стрим Азеронис, смотри. Там, когда, короче, эта Галиндра начинает каст ульты, вот как только на ней появляется розовый щит, круглый такой большой, можно заходить. Он не сразу появляется. Почему это никто не видит, я хуй. Что не видит? Хуй знает, я вынес типа отдельно на этот стак и снимайте мне урок голодного. Этот там получается просто выносишь, я на пол коста все время обычно захожу и похуй. Синг забанил вот эту вот хуйню звезду. Куда я ДПС кручу на них? Да похуй. Крути, крути. А дэмэдж проходит все равно в ваш в бан. Нормально, хуя. Зеленый. Угадайте с первого раза, чей этот любимый босс вообще одного человека? Ага. Самый любимый. Нет. Твой? Настя, Ретрика. Вот Кирилл сразу угадал, смотри. Чего Настюхи? По кайфу же. Ну тут ты уешься, типа надо. Ну что, паладина жмут для УЕ? Челы, короче, там, Фурик. Бля, какую я гильдию смотрел? Годфазер. Трипл, давай, быстренько сам. Фурик, Ретрик, короче. Рецарольте, да. На опере там вообще челы за 5 минут убили оперу. По уешной классы фул, вообще по кайфу. Она за 5 минут умирает, по сути.
Ну, у нас за 7 где-то, наверное, плюс-минус. Не, первые... 6-13. Ну, все равно, 6-5 минут разница. Двоебище. Не самая сильная пати, 245-й человек, просто все ауе. Сова, Фурик там был. Там, наверное, сова есть, да? Да, сова есть. Ну, это сразу плюс полторы минуты. Ну, кроме того, что, блядь, сова есть, это, считаю, плюс ДПС, нахуй. Потому что, блядь, 13% СПД для кастеров, блядь. Я только не понимаю, а, почему блядь, у нас... Сова убьём, и поехали. Можно вместо ШП сову убрать. Пошли, да, вон, быть. Мага захуярим первым, потом... Вот у меня так в статике подумали. Потом, потом Лока, нахуй. Я ханта пошли, пока контролю. Все, поехали, идите, блядь. Правда, у нас, блядь, хилы, нахуй, такие, блядь, подозрительные, я бы сказал, но... Давайте я возьму Вара, Мирай, возьми, как он там пикает. Диспел, диспел, дайте. Дайте диспел, сука, сейчас умру, нахуй. Возьму в рот. Осуждаю. Добре. Геру, диспел. А печеньки играть. Боже мой. Ханту, ханту, дайте циклон что-нибудь. Каст. Каст. Сейчас пролью ханту. Блять, кто дал? А, это мисс был. Да заебали, чё эти все псы нахуй, кошки на мне нахуй. Нахуй от меня. Ханта бить. Ебаните дизарм. Варочек. Реслив вылетел, понял. Что, Рок бегает, развлекается, ну? Рока, блять, и шаман, и пал на мне все сидят. О, я пал, сейчас заберу, блядь. Вара нахуй пытался. О, еще и вар, блядь, чарнулся в меня. Хуе. Почему размах бьет по 1.5к здесь на меня? Что за дичь? Ой, блядь, дайте фридум, фридум, пал, их кто-нибудь быстрее, сейчас умру, нахуй. Все, атмосфера откадешился. Бля, чуть не откис, нахуй, пока атмосфера подстала. Сыграйте по роге, блядь. Может, по рогам? Да заебали, нахуй. Хоть перепот выпей на броню, заебали, нахуй. Дайте диспел, красава. Пороги диспел еще надо. Там три ходки висит. О, ебать, шквал нажал. Кстати, вот ход очень бронированный. Ну, на самом деле, просто хотя бегаешь. Очень часто на кота все обрится. Не знаю почему. Роуга, ДК, Варвы. Прям пиздец, цепляются все до последнего. Я вот смотрю, я на своем, блядь, Локе, нахуй, только так, блядь, убегаю, нахуй, от этой хуйни магом вообще поебать. Стоят на одном месте, нахуй, похуй. Надо, и смотри, спи. Видишь кружочек в центре комнаты, у него, короче, становишься, они на тебя вообще не бегут. Я встал, меня грипнули. Я вот стою уже 3 минуты долблюсь. Нет, это тебе карма за пиздобольство. Что? Смотри, он за мной бежит. Мне кажется, если все станут центром в кружочек, какой-то таргет, но все равно будет страдать. Так всем не надо вставать. Это так не работает. Скань пусть встает. За Володей как не наблюдаешь, вот за ним всегда все агрессии. То есть Энх это самое слабое звено по кругу. Ну так Энх это да, блядь, самое слабое. Все его хотят убить. А может самый опасный он, кто знает. Мирай, подводи шоку, оба не наводишь. Бля, это... Роги тоже красивые. Паладин убиваем.
Убейте этого Антара в пизду, вон Антар, убейте его. За клима нужно пустить. Нуля у Еврона. За нахуй 2 милика на мне сидят. Ща мы теперь не бабу. Хоп. Сосать. Мирай, я только видел какой-то бомж там сагрил кого-то и пытался водить. Но не получилось. А, зашел я тут к Райзену. Значит, что я вижу? Какой-то чел под ником Доля пишет. Челы, нужен, короче, хэпал, либо ГДК, говорит, в статик. У них в чате лидия вообще. Че ответил? А я просто писал его. Да, я удивился, то что там Доля какой-то там что-то зашел. Да я уже нашел. А это где? Это ты где писал? Я же за кем-то раздумал. То есть ты пиздюк меня кидаешь нахуй, да, и не берешь меня к себе? Я не беру тебя к себе, да. Понятно. Я не буду брать тебя. Через мут нахуй. Я тебе сразу спрашиваю. Ой, блять, босса же ебаный вот с этим, блять, не ДН, не любить энхов нахуй. Шоп, ты ебало, нахуй, каждый фикс. Хорошо, ты на опере? Через свои сейвы прожимаешь, проживаешь. После сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Он нажимает выход, вот таким телом. Урыл. В смысле покинуть тело? Ярость шамана есть. Блядь, просто перед каждым новым пулом ждешь 30 минут. И у него будет сейв. Да все, пацаны, все, всем поебать. Я светлую, стропательную темную. Вова, сколько ярость шамана у тебя там поглощает урона? Есть же там, да? Вроде. Весь получаемый урон 30%. А можно, блядь, по локу вообще баф дать, сука, нахуй? Еще, блядь, с жары нахуй нету при 100 баф. Под сапротом, по щитком выживаешь. Каска появилась, нахуй, заебись. Не сука, присты нахуй, присты баф дайте, пидеры, блядь. Выживет. Не выживет. Фрид, блядь. Рога под 50 еле выживает. Просто. Алло, танк огромный. Не, ну я, если у ДЦ будет нахуй с ПТ 1007, то тогда выживет. Получается, М в каре Герза играет в Т5 там танке? Получается, да. Подождите, сука, ЦУК нахуй, когда я по башмотке появится, уроды вы такие. Да и ты все равно не спрашиваешь. Че будет? Да, типа, какая разница, в принципе, вот смотри, я вам просто перечислю миликов, которые в принципе полезны всегда. Это, слушай, это комбат нахуй и фурик. Остальные это типа классы, которые соло таргет бьют нахуй. На босса, где нужно УЕ, залить быстро трэш, допустим, та же леди нахуй. Не, ну еще паладин с АУЕ печатью. Не, коты так себе свитчеры, ну, типа УЕшеры, по сравнению с фуриками условными. Им надо настакивать, им это. Фурик свитчится в самый без проблем. Самый, типа, полезный, самый охуенный клан с планеты. Ретрики, ну, блядь, типа, если много трэша, печать его, да, там решает. Если там условно 3-4 моба и таргетные, которые нужно заливать, то лучше всего свичить, ну, когда 2 моба, допустим, уходит, то лучше всего свичают это роги и вары. Остальные это такое, ну, типа, ну, про энха и вообще можно. Типа, блять, вообще нахуй, в целка можно, блять, в гер нахуй спокойно брать, условно, блять, 5 локов ебать, одну сову, одного ШП, одного элема, блять, одного ханта, 4 фурика, Пока одного ретрика, блять, или танка, и одного кого-нибудь анхолика, с ГТК я бы взял, хотя не, нахуй даже этого анхолика, Ретрик одного и 2 комбата какие-нибудь, все нахуй, ну и остальное хил. Ну и мага одного, все. Самое идеально было бы. По ДПС и по свичу и по всему остальному. И по выживаемости, соответственно. Как же ШП? Я же сказал, один ШП. С
Смотри, вершина профессионализма. И Серг половил. 12 место в танка шмот. Ну, вот это я назвал, вот это я сетап называл, скажем так, который будет бороться плюс-минус за ФК. Вот этот вот класс, который перечислил. Ссылка. На самом деле полезность котов это возможность свичнуться в мишку. Все. Если кот ардует, это фигня полная. Прям говно. Если только танк и кот. Локи, типа, универсальные в плане того, что у них ДПС ёбнутый, плюс, ну, типа, СС. Фури круче. Да, само собой. Руги, может, даже где-то круче. Плюс, но, плюс но связка от пета, которая 20% дает. Лапку можно купить, БР. Только БРом выигрывает урок, наверное, коты. Плюс-минус ДПС такой же. Что в Т5, что в Т4, что в Т10. Не, ну ДКшники что-то там в Т10 начнут давать, просто я имею в виду. Ну, да, такое. У нас Фроска был, который херачил прям пиздец. Ты про Мирая? Нет, ФП, ШП, ну типа, у них особо сильно урон не апнется. У них будет постепенно апаться урон просто от старта. Как это произошло на X2. Я вообще не знаю, почему, типа, на Сирусе как-то ШП недолюбливают вообще как классно. Конкретно админы. В плане Т5. Ну, в плане Т5 я конкурентоспособный был. Ну, блять, ты. Когда первый Т5-1 выходил, как только око обычка открылась и так далее. И когда ты начал дамажить уже потом, со временем мульты, когда, блядь, появились тринкеты, это раз, а во-вторых, появились на шмотках очень много статов. Из-за чего ШП просто сам по себе сильный стал. Из-за статов. Это как в ПВП то же самое ШП. Он слабый-слабый, статы его делают сильным. Вот и все. Ну, блять, в плане, вот, допустим, в опять ШП просто почти неиграбельно. Он садится по монетам, блять, пиздец просто, ну и так далее. Появляются статы, он становится играбельным и сильным. То же самое вот песня с X2. Появился шмот сильный, из-за статов ШП стал сильным. Вот и все. Настя, сделай фаера 4Т4, пожалуйста. Умоляю тебя. Возьми, пожалуйста, на фрост резист вместо фаера. Блять, типа, Хольнич, понимаешь, когда я старался ДПСить на X2, блять, за ШП, ну, типа, реально старался, блять, и выжимал максимум. Блять, какие-то ебаные, блять, там, роги, фурики, там, да все классы почти давали, блять, 31-32 к плюс, нахуй. Я еле-еле 28 выжимал на этом ебаном роботе, бабычке. Да-да-да. Это пиздец было печально и обидно. Ну там еще ладно, с ПС-ками, МК, анхоликом, всякими такими плюшками там можно выбить, ну может там 29, хуй с ним, ну может ладно, 29500. Кстати, да, кто-то расскажет, зачем магия МК друг по другу? Тогда не понимал. Маги и МК кидают на друг друга из-за вежливости. Ебать, босс сорвался. Сыграйте покопателем, покопателем, прожмись, Борланд зуб, блядь. Капли, дайте по Борланд. А Рислин не повернул, давай. Что? Молчи, типа. Сплади, ну я же тебе сказал, оставаться. Ладно, господа, я понял, у танка бьют говно, пожалуй, по шаклю. А мы под герой перевели бы? Что думаете? Нет. Не перевели. Наши не все люди. Ну, если мейн составом, то думаю, да, перевели. Мейн составом без. Али, блядь, танки был, он, блядь, решил нахуй спекнуть. Копателя убейте, короче, одного и второго. Одна закопка будет. Второго копателя убейте. Я более чем уверен, что типа тот же Гомель нахуй, примерно таким сетапом, который я сказал, примерно таким он и пойдет в ФК. Ну, гет, ФК идет. Пытаться. Конечно. Там будет фуриков 5 минимум нахуй. Ну, 4-5 фуриков, 100% будет. Парочку. Да нет, у него будет 2-3 фурика, ему больше не надо.
Нет, конкретно, чтобы леди проще было и все остальное, там будет эти гули. Нет, он возьмет 4 комбата и все ему. Ну, либо 4 комбата, да. Есть боб? Может, есть боб? Дайте боб. Дайте боб, Войд, все, дали. У него в гильдии 4 роги, блядь, 255. Ну, значит, 4 комбата возьму. Ну, типа, примерно что-то приближенное, что я сказал. Ну, это на самом деле, вот, блядь, как-то хуёво со стороны, как это выразиться, блядь, админов Сируса. Типа, ну, потому что это неправильно. Что, типа... Профит не взять, как, а, ну, несколько, ну, короче, да условно по 4. Было, что были сильные классы, были слабые. Да ладно, мы вообще. Фаермаг, АВТ-10, хорошо, блядь, тир-1. Хорошо, вот этого... Ладно, дайте Геру сыграйте по копателям быстрее, копателям убить. Хорошо одетого кота, чё, целка не взять? Нет. Гомер может взять, кстати. Ну, с вилей возьмёт. Так у него с вила есть, и все, больше ему нахуй коты не нужны. Да. Ну, блядь, коты, они дамажат, но проблема котов в том, что они не блядь, ну не свичнут так резко в трэш, как тот же Фурик, либо Комбат. Вот в чем вся проблема. Ну, а где трэш целка, скажи? На леди, например. Вот три моба выходит. С одной стороны и со второй. Ты че, размахом нормально. Пример целей. По наличие. На лич, какой нахуй лич, блядь, на личе там трэш разве пьется что-то? Она только ну, гневы, чё, блядь. Гневные духи на. Вальки. Ну это очень мало. Раз... Бля, а, чуваки, Да, Саруфанг не босс, блядь, Саруфанг это, чуваки. Блядь. Чуваки, короче, чё, чувак? Коты соревнуются с фуриками на вальках, блядь, они в топе всегда. Вы чё, гоните, чтобы а, размахнуть? Сколько трэш? У нас за 300? Не, свич в трэш нормально. 500 на чистый платье. Ты расскажи, другое дело, свич в слизни в этом, на профи ХМ. Все, Барни, спасибо, удачи. Все. Этот вот, свистнешь там в Дискорде, когда будет спятка, точнее, 10 ХМ? Потому что у Альмора сегодня не получается. Ну, понедельник, ну. Понедельник, пошлите понедельник. В обычку. ЕП? ЕП уже дали. Все, всем спасибо. Пошлите в обычку, Кару. Волочка, прорыль, пожалуйста. А ты это 4 раздал? А, блядь, точно нахуй. Короче, я в гичат полинкую. Маговский этот, ой, этот, блядь. Гурнак, охотник, ДК, маленький лок, короче. Ставьте там ставки. А у Мираё очередь раза нет? Да, очередь. И Мираё сказал, что нахуй мне оно надо. В смысле, он алкоголик?